Лосьон для тела, крем для лица, мыло туалетное, опять же, кремушек для лица, ночной, гигиеническая помада и кремушек для рук. Этот набор обойдется в 1716 рублей. Лосьон, бальзам, шампунь, несколько кремов. Понятны каждой женщине и не всегда понятны мужчинам. Такой набор средств по уходу за собой уже традиционный подарок на 8 марта и пользуется большой популярностью. Это удобно, практично, красиво упаковано и чаще всего стоит не слишком дорого. Средняя цена такой коробки около 2000 рублей. Другой лидер продаж перед Международным женским днем – косметика. Впрочем, говорят продавцы, несмотря на огромное разнообразие и возможность выбрать что-то подходящее почти под любой бюджет, в этом году красноярцы стали меньше тратить на подарки к 8 марта. Мне кажется, поменьше стало. И людей, и денег тратить тоже стали поменьше. Все равно дарят, берут подарки также. И женщины приходят, покупают. Да, в основном это наборы какие-то подарочные уже готовые. Это может быть мыло, маска для лица, шампунь для душа, соль для ванны. Либо это конкретная категория лицо, либо это конкретная категория для тела, для волос, либо это все вместе. Ну а без чего точно не обходится первый весенний праздник, конечно же, цветы. Традиционные тюльпаны к 8 марта уже сейчас продаются по всему городу. Однако владельцы цветочных магазинов рассказывают, что из-за резкого повышения курса доллара цены на цветы вырастут от 20 до 80% в зависимости от сорта. Сейчас в крупных цветочных сетях один тюльпан стоит 120-150 рублей. Еще год назад цветок стоил 90 рублей, говорят продавцы. Кроме того, флористы жалуются на перебои в поставках. Так как большинство цветов, которыми торгуют в России, импортные, то на фоне нестабильной ситуации в мире многие поставщики отказываются завозить в страну новые партии. В прошлом году было лучше. Лучше намного. В этом году ограничения. Урезано количество, выдали. Но это тогда надо ждать, когда вырастут у нас в Сибири, потому что привозных не будет цветка. Будет перебой. Потому что уже перебои. Например, надо это пережить, молодой человек. Однако остались в Красноярске флористы, у которых дела идут хорошо, и нехватки, по крайней мере, сейчас они не замечают. Некоторые уличные торговцы и вовсе продают местные тюльпаны, выращенные в Дивногорске. А потому, видимо, и цены на цветы из машин демократичнее – от 80 до 120 рублей за штуку. Еще дешевле цветы к 8 марта можно купить в супермаркетах. Там за один тюльпан придется отдать от 60 до 80 рублей. Большие гипермаркеты продают и маленькие букеты – всего по 115 рублей. Игорь Шишкин, Вадим Кравченко, новости ТВК.